Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. С Новым годом вас. Мне 32, моя внешность бросается в глаза, хорошо запоминается людьми, хороша собой, приковываю восхищенные взгляды мужчин и завистливые взгляды женщин. Со мной знакомиться, приглашают на свидание, но дело в том, что я очень скромная, необщительная, не знаю, о чем мне говорить с мужчиной, боюсь сказать что-то не то или спросить, показаться глупой. Есть в моей жизни мужчины, с которыми общалась 12 лет назад, и который снова ворвался в мою жизнь. Без приписки я могу с ним общаться, и очень даже хорошо, потому что я все время подумаю, что ответить. На приличной встрече не знаю, что ему рассказать. А он мне очень нравится и хотелось бы вот так заинтересовать, чтобы засесть у него в голове, чтобы он думал обо мне, понравится ему, хочу. Эта проблема у меня была всегда, и не только с этим мужчиной. Я молчу, не люблю больше слушать, чем говорить. Ему надо общение, причем интересно, а со мной ему будет скучно. Что мне делать? Как расположить к себе? Здесь основные несколько моментов есть. Первое. То, что скромность, вот эта вот стеснительность и страх, это страх быть глупой, страх быть какой-то не такой, это история про самооценку, это история про недоверие себе, это история про высокие требования к себе и, наверное, я бы сказал, подавление своего внутреннего мира и своих интересов, потому что делиться можно всем чем угодно, если это не оценивать. Если вы не можете этим делиться, значит вы это оцениваете. Это первое. И второе, это то, что вы хотите понравиться мужчине, засесть у него в голове, чтобы что? То есть для чего? Чтобы быть с ним. А зачем? То есть направленность вектора вашего, она какая? То есть вы как мужчин-то воспринимаете? Вот. А не воспринимаете ли вы мужчин только как мужчин? Умеете ли вы общаться с мужчинами, как с людьми, с личностями и так далее? Даже если человек вам нравится. Даже если он вас привлекает, даже если вас к нему влечет. Нет ли такого, что из-за своей внешности, из-за того, что вы привыкли к тому, что вас воспринимают вот так вот, как привлекательную женщину, и не обращают внимания, может быть, на вашу личность, то и вы не обращаете своего внимания на личность мужчины. Вот. И не смотрите, а мне это вообще с ним интересно, у меня это с ним что общего? Вот что у вас общего с этим человеком? Какой базис, какой фундамент будет ваше отношение? Досесть у него в голове, это больше про страсть. А базис какой? Понимаете? Именно отсутствие этого базиса впоследствии приводит к ссорам, конфликтам, к появлению третьих лиц в отношениях и прочее. Ну, вот. Поэтому помимо того, о чем я сказал, вам необходимо работать с выработкой своих интересов, с выработкой возможностей для себя реализации и, соответственно, вот коррекции такого вашего жизненного пути. И на этом пути уже совершенно не факт, что вам нужен будет этот мужчина, именно этот мужчина. А проблем с тем, чтобы разговаривать, чтобы общаться, тоже не будет, потому что вы будете просто делиться с людьми тем, что вот с вами происходит, ваши впечатления и так далее. Вот. Вы пишете, что боитесь сказать что-нибудь не то, вот, боитесь, значит, показаться глупой. Вот откуда это? Откуда? Откуда такое обесценивание себя? Требования к себе? Оценка себя? Откуда это? С этим нужно работать. Вы сейчас пытаетесь компенсировать тем, что говорите, вот мне бы как-то его заинтересовать, да, вот я его сейчас заинтересую, и все тогда будет. То есть вот сейчас я его заинтересую, и у меня все будет хорошо. Вот. Мне уже не надо будет ничего делать. Знаете? Ну так не работает. Это первое. Второе. я думаю,
что совершенно не просто так вам нравится мужчина, который хочет именно такого активного общения. Вот. Я думаю, совершенно не просто так это происходит. Я думаю, что вам это нравится, потому что вы сами хотели бы вот, ну вот, такой быть, вот. Я думаю, что вам, вам самой хотелось бы общаться более активно, вот. То есть, ну, вот, чувствуете вы, что может и больше. Вот. Но это правда, что вы можете больше. Работать только с этим, понимаете? Вот. А если вы скромные, если вы утверждаете, что вот вы скромные, если вы утверждаете, что это и есть вы, то вам очень нужен такой человек, которого ваша скромность будет устраивать. То есть, скорее всего, ну, какой-то такой лидер, да, вот, которым вы будете идти, идти, вот. Но не сказать, чтобы это особенно интересный человек был бы, так далее. То есть, оптимизировать партнера под себя, под, под конструкцию своей личности. Вот. Сейчас постарайтесь прыгнуть выше своей головы, сейчас постарайтесь завоевать того, кому вы не интересны, потому что пытаетесь компенсировать свою самооценку. Вот. То есть тут два варианта, мне видится. Или работать над страхами, страх быть глупой и так далее, и расковываться потихонечку. Или вот признать, что вот, ну вот я такая, и вот мне нужен подходящий человек. Вот. То к чем вы его будете привлекать? На чем будет базироваться ваша взаимодействие? Не будет ли вас душить вот, вот те возможности, которые у вас будут? Может быть нет, может быть да, но тут нужно опять же смотреть. Лично мне кажется, что вы достойны того, чтобы устраивать партнерские, свободные, равноправные отношения. Но для этого нужна работа, психотерапия. Вот. Там еще по вот то, что вы пишете, да, опять же, вы пишете, да, например, при личной встрече не знаю, что ему рассказать. Это вот как это? Вы свои, у вас жизнь пустая, скучная. Или вы думаете, что неинтересно ему, ему это будет. Или вы не знаете, что ему рассказать, чтобы понравиться ему. То есть вы какой-то вот еще более привлекательный образ себя в голове рисуете. Понимаете? Обратная сторона привлекательности человека заключается в том, что он боится ее потерять, что он цепляется за нее, разрушит свой образ. Вот это же делает человек как раз таки таким вот скованным. Вот. Вам свой внутренний, вам ваш внутренний мир интересен, вот ваш собственный. Насколько вы замечаете, что с вами происходит, насколько вы внимательны к себе. Вы говорите, что вы скромны и необщительны. Это про что? Я не знаю, о чем мне говорить с мужчиной. Да какая разница, мужчина или женщина? О чем говорить с людьми? А вы выделяете мужчину. Значит, себя вы выделяете как женщину. Значит, свою ценность вы сводите к, тому, к своему гендеру. Вот. Это очень негуманно, очень оскорбительно для человека сводить свою ценность только к гендеру. Вот. Вот вы говорите, боюсь сказать что-то не то и что будет. То есть, что это за драматичный опыт у вас? Вот. Вы пишете, он вам очень нравится. Как? Вот можете описать эту симпатию? Чего хочется вам в этой симпатии? К нему я имею в виду. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.